В рамках экономического форума в Санкт-Петербурге Сергей Морозов и президент образовательного холдинга «Просвещение» Владимир Узун подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют реализацию совместных проектов по внедрению инновационных технологий, повышению квалификации педагогов и выработку программы по повышению образовательных результатов. Мы действительно хотим вырастить наших детей умными, талантливыми. Мы хотим сделать все, чтобы в наших детских садах, школах и в дополнительном образовании были самые современные технологии и самое современное оборудование, и самая современная литература. Все это мы нашли и просвещение. Кроме этого, Сергей Морозов встретился с давним партнером региона, председателем Центросоюза Дмитрием Зубовым. Вместе они подписали подробную дорожную карту, которая предусматривает конкретные разработанные пункты развития потреб кооперации. Ульяновская область – это один из лидеров в стране, и мы постоянно ощущаем поддержку правительства области и работаем в тесном контакте. Ну, сегодня это очередной этап, который позволит, я думаю, через год к следующему форуму нам уже сказать о еще больших успехах Ульяновской кооперации. Приятными новостями для региона стало обнародование результатов рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации агентством стратегических инициатив. Ульяновская область расположилась на 10-й позиции. Я искренне благодарю свою команду, которая позволила нам удержаться в этой первой десятке. И тем самым еще раз послать сигнал нашим партнерам о том, что мы действительно стабильны в инвестиционном климате. Регионы оценивались по четырем направлениям. Это регуляторная среда, институты развития бизнеса, инфраструктура, поддержка малого предпринимательства. Среди прочего, агентство стратегических инициатив отметило высокие показатели области в части внедрения оценки регулирующего воздействия. Дарья Судрева, новости «Ульяновской правды».